О реализации программы «Креативный регион Приморья» и проекта «Киберателье и креативной индустрии Приморья» рассказали во Владивостоке. В тематической пресс-конференции приняли участие представители органов исполнительной власти и бизнес-сообщества, сотрудники профильных вузов и студенты. Дизайнеры – люди достаточно творческие, и без, наверное, партнерства, без дополнительных инвестиций все-таки очень сложно. Ну, а вывести какой-то большой бизнес на производство мелкосерийное, крупносерийное, здесь, конечно, надо выводить такие проекты в рамках сначала стартапов на инвестирование. И здесь в рамках такого проекта это возможно. В реализацию проекта сегодня вовлечено много заинтересованных людей. Это не только дизайнеры и создатели программного обеспечения, но и ремесленники, владельцы швейных производств, эксперты в области моды, активно выстраивающие творческие деловые взаимоотношения для развития рынка креативных индустрий в Приморье. В прошлом году, например, я столкнулся, что мне не хватает как раз-таки вот дополнительной поддержки, потому что у меня был большой достаточно перерыв в создании коллекции. Начав ее делать, мне нужны промежуточные съемки, на которые нужен дополнительный бюджет. Я понимаю, что чтобы превратить мое дело в бизнес, да, это должно быть все оплачиваться за счет оборота, да, для того, чтобы он стал, нужно дополнительные вливания, вложения, выходы на новые уровни производства и совершенствования, так скажем. Поддержка данного проекта необходима, поскольку он дает экономические и социальные эффекты для региона, уверены в Министерстве экономического развития края. Среди таких эффектов – создание новых производств и рабочих мест, пополнение налоговой базы и, как следствие, бюджета края, рост туристической привлекательности, возможность улучшить качество и узнаваемость местных брендов. В текущей ситуации, наверное, важность этого проекта становится еще более высокой, потому что он позволяет стимулировать развитие модной индустрии в Приморском крае, развитие производства дизайнерской одежды и также производство какой-то одежды для массового рынка. Но и не только одежды, в том числе здесь речь у нас идет об использовании информационных технологий для развития этой отрасли. Проект «Киберателье и креативной индустрии Приморья» реализуется в рамках государственной программы «Экономическое развитие Приморского края» на 2020-2027 годы и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на Восьмом.